Куда побежал? Мы только познакомились. А, вон он, смотрите. О, охренеть, монстренок. Так, понеслась. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Undertale Quest, фанатская игра по Undertale, которая когда-то выходила у меня, наверное, полгода назад, или, мне кажется, даже больше на канале. И это была демо-версия. А вот сегодня, 11 часов назад, со мной, кстати, практически сразу связались разработчики по этому поводу. Поэтому я, в общем-то, в это играю, так бы я не заметил. Вышел первый эпизод. Не знаю уж, какой он будет продолжительности. Демка, по-моему, была достаточно длинной. Первый эпизод, наверное, вообще тогда даже не на одну серию может получиться. Я не знаю, сейчас посмотрим. Давайте приступать. Новая игра, начать так точно. Здесь должно быть предупреждение о плохом английском, но так как вы русский, вас это не касается. Постарайтесь тыкать на все, что есть на экране. Мы же не зря придумывали все эти фразы. Кликни, чтобы продолжить. Введите ваше имя. Так, давайте. Привет Ютубу! Нажми, чтобы продолжить. Ютуб, вам привет. Значит, Undertale Quest. Эпизод первый. Ага, начало такое же вроде бы, да? Дитя, почему ты убегаешь? Открой мне дверь. Тебе нельзя идти дальше. Ну и если мы это сделаем, то... А мы этого, во-первых, не сделаем, да? Подождите, а что-то вот... Где фразы-то? О, стрелочка. Мешочек. Так, понятно, вспоминаю. Инвентарь, значит, нужно взять предмет, чтобы осмотреть его. Стрелочка назад, стрелочка сюда. Задвижка. Ты правда хочешь открыть ту дверь, да? Так, давай. Спасибо, моё... Вот она красавица какая, да. Мы помним это. Я, по крайней мере, точно помню это. О, не хочу знать, что внутри. Произведение. Смотрите, теперь получается. В прошлый раз почему-то не получалось, не клацало. Зачем так много одинаковых свитеров? Этот взгляд. Взгляд прекрасный, да. Больше ничего нельзя, можно только... Не хочу знать, что внутри. Это листья? Это мешок сейчас, я думал, будет вопрос. Нет, это инвентарь. Так, коробка с обувью, смотрите, вот обувь. Обувь вылезла. Как обувь взять? Еще обувь. А, я понял, смотрите. Можно много раз нажать, и куча ботинок появится. Ну все, давайте уже мы закончим этот симулятор фуд-фетишиста. А, точно, ковер, да. Ковер и, по-моему, что-то под ковром, что ли? Я уже не помню. Игрушка. О, смотрите. Нужно взять предмет, чтобы осмотреть его. Так я игрушку вроде взял. А чё нет игрушки-то в ящике? Понятно. А, вот, на место положил. Так. Сложно что-либо разобрать. Тумба. Так. Такой ржавый. Как бы не сломался. И это, кстати. Погодите, это мне напомнило. Здесь же в чем прикол? Здесь, вот сзади это вот Ториэль, да, дверь? Я еще и тогда так запутался. Вот эта дверь сзади нас находится. А вот эта дверь спереди, и от нее вот этот ключ, правильно? Давай. Ключ сломался. Похоже, кто-то открыл мне дверь снаружи. Хорошо, палка берем. Половина палки. Достаточно легкая, чтобы поднять. Свет горит, значит, все дома. Я тоже хочу домой. Свет горит, значит... Да-да-да-да. Понятно. Так, сугробы. Это кучка снега. Хорошо. Куда нам идти тогда? Вот сюда, правильно? Пока что... О, ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Здрасте. Этот скелет улыбается? Куртка. Не могу дотянуться. Так, берем, значит, палкой дотягиваемся. Правильно? Несмотря на мех... В такую погоду она не согреет. Это бесполезно. Что бесполезно? А мне кажется, что в демо-версии я как раз это и делал. Ну, цветы. Это надснежники? Так, это надснежники. Самая обыкновенная елка. Хорошо, прёмся дальше. Да, как убрать? Как убрать? Нужно гирлянды включить, забыли. Признак популярности или неуплаты налогов. Так, я не помню, честно говоря, вот я вообще уже толком не помню, что было в прошлой игре, то есть какие-то изменения или нет, вы пишите об этом. По-моему, я ничего нового не вижу. О, библиотека, войти. Вот что-то тут будет какая-то загадка с книгами. Monster Kids World Search. Hey kids, can you help me solve this puzzle? Не, вот здесь вот, по-моему, ничего не надо будет делать. Вот с книгами. Да-да-да, don't touch the child, и вот надо будет буквы как-то и цифры... каким-то образом скомпоновывать и угадывать какой-то квест. Вот я точно такое что помню. Снежный завал. Я не могу пройти дальше. Дверь. О, смотрите, таинственный... А, кодовый замок! Точно. Вот. Нам нужен кодовый замок от этой двери. Понятно? И вот его, по-моему, можно найти как-то с помощью этой библиотеки. Вот что конкретно там? Ну, подожди. Френд!
А, да-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 да! Я вспомнил, да, вот я читал книги какие-то, и в конце было слово «friend». Все, все, до меня дошло. Мне нужно составить кодовое число, которое будет соответствовать «friend». Понятно? Теперь смотрите. F — это 6, потом R. R — это 9. 6, 9. 6, 9, 9, 5. 5 и 4. 6, 9, 9, 5, 5, 4. 6, мать твою, куда ты попал? Где эта срань? 6, 9, 9, 5, 5, 4, давай. Есть, отлично, получилось. Теперь заходим сюда. Так, здесь что-то нужно. Ой, не-не-не-не. Здесь что-то нужно взять. Машина. За шторой находится странная машина. За шторой, да-да-да, это замечательно. Ящик, ящик. О, хорошо, гирлянды взяли. Кусачки по металлу. Осталось найти, кого бы укусить. Слушайте, у нас подрастает маленький маньяк. Это прекрасно. Кого бы укусить? Давай Санса укусим. Санс там где-то был. Можно его хорошенечко. Давайте теперь, значит, я так думаю, пройдемте вот сюда, наверное. Посмотрим, что у нас здесь. А, здесь надоедливый пес. Видите, пес смотрит на кость. Пес смотрит на кость. Добрый вечер. Очень культурное растение. О, в бар можно! Вот этого не было! Вот этого точно не было, ребята. Так, хорошо, давайте войдем в бар, значит. Пьяная птица. Слушай, ни хрена себе набухалась. Слышь, Грилби, ты куда смотришь? У тебя тут птичка пьяная. Она хоть совершеннолетняя, а ты хоть паспорт-то проверял, а? Все ради денег, ах ты, посмотри. Пьяная птица в баре, ничего необычного. Играет сам с собой пустыми бумажками. А, это очень интересно, да. Догга? Что-то движется или это мое воображение? Надеюсь, не оно, потому что воображение не умеет играть в азартные игры. Первый раз в этом месте. Как видишь, здесь безумно тоскливо. Трудно чем-либо себя развлечь, однако мы можем сыграть. Если ты победишь меня, я дам тебе кое-что. Сам не знаю, что это, но оно постоянно отвлекает меня. Будет по ночам своими звуками. И на нем появляются символы, но я не могу их прочитать, потому что они не движутся. Ты ничего не теряешь. Просто попробуй победить меня. Хочешь? Ну давай. Удачи, она тебе понадобится. Все, сейчас отымею. Составляйте пары картинок из представленных фишек с наибольшим количеством очков. У каждого игрока 10 ходов на один Дагами плюс Дагарес на один раунд. Нужно победить минимум в 2 раундах. Так, хорошо, и как? Значит, моя задача — пары картинок из представленных фишек с наибольшим количеством очков. Смотрите, ну, в принципе, нет картинок, которые бы совпадали. Есть вот фишки, которые совпадают. Вот, раз, два, видите? Ну что? Что делать? Что я не... Я не понял правила. Ну вот же. Нет? То есть... Напишут же... А, с одинаковым, наверное, нельзя, да? Только с наибольшим. Ну хорошо, короче, смотрите. По смыслу картинки надо подбирать или по количеству вот этих точек? Вот тем хлопья и тем. Это по смыслу, да? Так, хорошо, смотрите. Декар 10, 8, 8, 10, 9, 7. Ничья пока идет, хорошо. Дальше, смотрите. Либо паук и... Паук и пончик, ну это какая-то срань. Давайте вот опять-таки тем и хлопья, короче. 6. 6. Нормально, хорошо, так, смотрите. Напс... Во! Вот сейчас хорошо будет, сейчас 8. 8, отлично. Так, теперь ты. А у него меньше будет, 6, видите, все, Декарт уже дрючит помаленечку. Так, снова наушники и напстаблук. Отлично, 9. 5, всего 5, не-не-не. Нет, Догга, извини, Догга, сегодня не твой день. Слушай, да я вот это вот все время, я вот эту комбинацию все время собираю прям по 9 очков. Охренеть. Еще может быть, пончик и... А Тэмми любит пончики? А паук любит пончики? Паучий пончик! Конечно, точно, точно, паучий пончик, я вспомнил. Что-то мне как-то... Знаете, я представлял себе не как в мире Undertale, а просто, что пауки и пончики, они не шибко-то связаны. Но я совсем забыл про паучий пончик. Кость и собака. Маленькое количество очков совершенно. Вот либо так, либо... Вот так вот, ребят, вот так вот. 5 очков сейчас получим, и это будет... Это будет чистая победа, я думаю, да? Так, давай, 4. Все, давай, до свидания, друг. Сколько можно? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, последний раз сейчас будет. Ну хорошо, вот последний раз. Все. 5 очков, давай. 74. Ну, это он уже никак не победит. Это невозможно. Это просто невозможно. 69. Раунд 2. Отлично, смотрите. На 5 очков я его сделал. Так, понеслась. Так, ну смотрите, я уже немного пропустил третий раунд, потому что сколько ж можно это смотреть, правильно, в который раз. Так, мы подбираемся к финалу. Я очень неплохо опережаю, в принципе, но надо сейчас не просрать.
Надо сейчас не... Вот это лучший вариант. Вот это лучший вариант. Это 5 очков, остальное по 4. Так, ему достается 4. Вы победили. А? Музончик, музончик, победитель. Потому что Декарт. Декарт тебя сдрючил ногами. Декарт молодец. Так, поверить не могу, меня обыграли. Что ж, забирай себе эту штуку. Теперь я смогу выспаться. Можешь приходить любое время. Играть с тобой одно удовольствие. Какую штуку он мне дал? Что мне? Большой пес. Так. МТТ что-то. Это я нажимаю, если кто не понял, но я думаю, все поняли. Так, я не знаю, что с этой сранью делать. Давайте мы, наверное, вот с тобой... А, с тобой... Так это я на него нажимал, что ли? Блин, я думал, я нажимал там на... Нет связи. Нет связи... Твою мать, ладно. Я, наверное, просто на него нажимал, а мне казалось, что я нажимаю там на кнопку. Эта лампа слишком обычная, чтобы на нее смотреть. Ну ладно, не будем тогда смотреть. Подойти к автомату. Spear of Justice, Мегалование, Spider Dance, Heart Attack. Бонни Траусли. Бонни Траусли, или как она называется, моя любимая мелодия. Нужен жетон, чтобы выбрать... Да ну нах, я хотел музыку послушать, мне не дают. Ну хорошо, жетон. Подайте жетон. Подайте, пожалуйста, монеточку. Бармен. Что-то мне подсказывает, что это Грилби. Да ни хрена себе, какая логика у тебя, бау-бау-бау, тебе надо идти в свою игру, в что, где, когда, будешь там отвечать на вопросы, не знаю, бармен с пылающей башкой, кто это, введите, пожалуйста, внесите черный ящик, чего желаете, чем тут можно заняться, можно сделать заказ, очевидно, вы можете что-нибудь заказать, если это вас не интересует, то вы можете сыграть с нашими стражниками, вашего они там не играли. В конце концов, можно поставить любимую музыку в нашем музыкальном автомате. Автомат разве не сломан? Не, то есть он и правда стоял очень долго в нерабочем состоянии, однако я все же выкроил время, чтобы его починить. А чего желаете? Заказ. А что бы хотели? Купить жетон? Пожалуйста, с вас 3 монеты. А что, у вас нет денег? Нет денег, нет жетона. Эх ты жадный говнюк, ну ладно, окей, окей. Чего желаете? Спасибо, я просто посмотрю. Приятного вечера, потому что что еще делать бомжу вроде... Это ваш кошелек? Нет, тогда советую его не трогать. А что это ты мне будешь советы давать? Это что, моя мамочка что ли? Хочу трогать чужие кошельки, ничего не знаю. Острый кетчуп, он и мертвого поднимет. А ну поднимайся. Это бесполезно. Ты же сказал, мертвого поднимет. Поднимайся, мертвый. Какого хрена? Так, ладно. Это, скорее всего, для Санса, наверное, да? Возможно... Что это был за звук? Так, не знаю, что это был за звук. А как нужно с этим-то? С песиком? А, ой, смс-ка пришла. Вот, наверное, что был за звук. О, неужели это устройство в руках разумного существа? Блин, как... Вот мне сейчас лампы бьют в глаза, мне это сливается там просто. Я сейчас буду вот так голову задирать. С тем псом просто невозможно общаться. Он игнорирует все мои сообщения. Ну, я понял. А, вот сюда. Так, значит, ты еще один упавший человек. Сколько можно спотыкаться на одном и том же месте? Неужели все люди такие неуклюжи? Это точно. Вот это прям в тему. Как твое имя, неуклюжий человек? Декарт. Да-да-да. А, надо нажать. Звучит Декарт. А, значит, Декарт. Я думал, сейчас скажешь, звучит Декарт как кусок говна или что-нибудь в этом роде. Я уже хотел разозлиться. Рад знакомству. Да уж, радости моей нет предела. Нет смысла представляться, но для простоты общения ты можешь звать меня подсказчиком. Давай я объясню, как пользоваться устройством, которое ты держишь в своих руках. Сейчас включен режим разговора. Здесь ты будешь читать мои наиполезнейшие сообщения. На панели справа ты можешь включить режим подсказок. Если знаешь, что делать, не знаешь, что делать, спроси меня. Но я подскажу, что тебе делать только в том месте, где ты находишься в данный момент. Это важно, запомни. У людей ведь есть память. Пока на этом все. Берегись личности в капюшонах. Так, хорошо, я это запомнил. Берегись личности в капюшонах. Тотем. Так, ну-ка. Похоже, ты нашел тотем. Тотемы разбросаны... Может быть, надо поярче сделать? О, проще стало, да? Тотемы разбросаны по всему подземелью. Я не могу сказать, что они делают. Найди их и узнаешь. Это скелет улыбается. Скелет! Это бесполезно. Да, в смысле? А, наверное, вы знаете, вообще, наверное, надо к нему подойти, я вот думаю. Точно, точно, конечно. Лови. Лови. Куртяк свой. Ну давай быстрее, ну просыпайся, в конце. О, ты нашел мою куртку. А я ее везде обыскался. Скелетонское тебе спасибо. А, ты же человек, да?
Но меня это не особо волнует, как и других монстров этого подземелья. Не собираюсь ловить тебя. А зачем ловить людей? Не в курсе. Эх, слишком долго объяснять, постараюсь вкратце. Из подземелья просто так не выбраться. Нужно разрушить барьер. Для этого необходимы души людей. Несколько лет назад мы могли бы выбраться, но после некоторых событий души исчезли. Однако, ничего же не исчезает бесследно, так ведь? Вот тебе загвоздка. Ха-ха, загвоздка, потому что там гвозди. Ха, молодец ты какой, Санс, прям. Иди прям сейчас на какое-нибудь шоу. Не знаю, рассмеши комика или что-нибудь в этом роде. А чё монстрам теперь все равно вдруг, ни с того ни сего? Окостительного денька. О чем хочешь спросить? О, я ему все-таки дал кетчуп. Я просто думал, может, я ему не дал. Монстр в руинах. Ты видел трель? Надеюсь, что нет. Экс-королева сошла с ума от одиночества. Она и раньше не выходила из руин, теперь мы ее там запираем. Погоди-ка, а ты закрыл с собой дверь? Шуткую, не волнуйся. Это я открыл тебе. А вот закрыл ли я ее? Дырявая моя черепушка. Совсем ничего не помню. Вот так вот. Вот так вот будем с тобой смеяться, когда нам очко раздербанит копьем каким-нибудь стыренным у своего бывшего мужа. Или трезубцем, или еще чем. Загвоздка. Ты правда хочешь знать, что это? Я подумал, что эта штуковина отлично поместится в твой мешок. Это же подарок, все любят подарки. Так что держи его при себе, лады? О чем хочешь спросить? Андайн. Зачем ты спрашиваешь, Ань? Ее убил человек. И больше не поднимай эту тему, лады? Если бы она была жива, то это была бы совсем другая игра. О чем ты? А, извини, задумался. А о чем хочешь спросить? Зачем ты спрашиваешь о ней? Он не будет злиться? Я просто проверяю, вдруг если 2-3 раза спросить, он скажет, что ты гондон, блин, я тебе сейчас эту загвоздку запихну во все отверстия. Не, не говорит. Окей, ладно, тогда смотрите. Значит, надо вспоминать, что я там в демо-версии делал с этой загвоздкой. Гирлянды по-любому вот сюда, правильно? Елка, да, вот, это я точно помню. Это надснежники, да, надснежники, круто. Так, теперь проходим. Кстати, а я ж могу, наверное, пройти в дверь, да? Рождественский венок. Ну-ка, тук-тук. Бегу-бегу. Что такое? Похоже, дверь не открывается. О нет, меня снаружи ждет гость. Я не могу поприветствовать его своей лучезарной улыбкой. Если, конечно, этот гость не Санс, как всегда. Санс, это ты? Нет. О нет, новый знакомый. Не может ли зазреть сияние блистательного папируса? Тем не менее, нужна твоя помощь. Куда ты пропал ключ? И нет, я его не потерял. Великий папирус никогда ничего не теряет. Но я знаю, где достать еще один. Найди песика, он всегда носит с собой свой личный ключ. Однако, не думаю, что он просто так тебе его отдаст. Ага, ну все, я вспомнил. Я передаю тебе свою удачу. Ня-ха-ха. Короче, смотрите, надо сейчас решать головоломку с песиком. А вот как? Просто надо на него клацнуть или что? Вот я уже, честно говоря, толком и не помню. Так, давайте вниз, вот сюда теперь. Вот пес смотрит на кость, да? Давайте, загвоздку может ему дать? Или что? Ему нужна только кость. А, кость ему нужна. Кость. Поймай собаку, у тебя все... На кость надо класснуть, а не на пса. Все, я понял, крикни, чтобы начать. Понеслась. Так, с этим мы должны легко справиться. Тут, короче, смотрите, какая тема, я вспомнил. Тут ограниченное количество кликов. У меня есть 20 кликов, и я должен поймать собаку 10 раз. То есть половина. Половина из 20. Вот так вот правильный адвокат. Половина из 20 кликов должно быть правильной. Давайте, сейчас. Время не ограничено. Так, смотрите. Один раз поймали, хорошо. Так, отлично. Что это не просто, блин. О, есть. Так, теперь вот такая траектория, да? Вот сюда и... Это зараза, а ты такая! Уже... Ой, я просру сейчас. Ой, я сейчас просру, ребята. Так. О, есть! О, хорошо! Получается, стало получаться. Все, ребят, 4. Так, смотрите, сейчас мне нельзя ни разу проиграть. Хоть раз проиграю, уже не получится. Так, он даже зажигается, курсорчик зажигается красным там на кончике, видите? Отлично, так... Все, проиграл. Надоедливый пес бежал, попробую еще раз. Сейчас попробуем, смотри. Ну я же это уже проходил разок, значит, и сейчас получится, правильно? 3 раза еще. Еще 3 раза, блин, это же легко. Ну давай, ты как, ты сможешь? Есть! Так. Да! И последний раз! Нет! Сейчас! Есть! Мы поймали надоедливого пса. Окей. Хорошо, вот он, грызет он свою косточку. Давайте. Значит, теперь перерубаем. Перерубаем цепь, и теперь я смогу.
Открыть дверь, все замечательно, замечательно. Давайте, проходим, проходим к папайрусу, ребята. Я помню, игра на этом закончилась тогда. Я вспомнил. Вот только я к нему хотел попасть, игра закончилась. И я еще, наверное, расстроился из-за этого. Я должен был расстроиться, потому что я люблю папайруса. Я хочу его увидеть уже. Ваушки, песик отдал тебе ключ. Удивительно. Куда же подевался мой... Мистика. И кто же мой спаситель? Декарт. Вау, в твоем имени 6 букв. Потрясающе. А я великий папирус. Очень важный королевский стражник. Да-да, представляю, как ты поражен. А почему 6 букв в имени, это потрясающе? Великий папирус, объясни-ка мне, что ты имел в виду? Не тому, что я королевский стражник, а мной? Неважно. Погоди-ка, ты как скелет, только мягкий. Неужели ты человек? Невероятно! Я должен сообщить главе королевской стражи. Стой, я же опаздываю на ежедневный отчет. О нет, извини, человек, но мне надо бежать. Погоди, Андайн же вроде убили. Кто там теперь главарь королевской стражи? Я что-то не понял. Куда побежал? Мы только познакомились. Никого нет дома. Че, серьезно? Это... А, вон он, смотрите. О, охренеть, монстренок. Так, 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 понеслась. Внимание, при пересечении границы вы лишитесь некоторых вещей. Я отдам их вам, когда вы вернетесь. С уважением. Клептоман из сундука. Отлично просто, да, прям я очень доверяю. Тотем. Тотем активирован. Ну-ка, давайте-ка сюда пока пройдем. Плотность дерева меньше плотности воды. Окей, а помимо этого что-то здесь есть? Не, ничего. Ничего не вижу. Ну ладно, монстренок, давайте побазарим. Я забегал в магазинчик в затерянной деревушке. Похоже, один из товаров именно то, что мы ищем. Санс обещал этим заняться, но он, как всегда, ленится. Монстренок, что с тобой случилось? Монстренок стал, что ли, главой королевской стражи? И типа сделал себе такую охранительную маску? Или это он просто подрос? А ведь я понимаю в этом логику. Монстренок был фанатом Андайн, и он хотел быть как она. Ему это удалось. Круто, круто, мне это нравится. Так, хорошо. Все эти поиски разорвут меня на маленькие косточки. Ты навестил Лапстаблука? Нет, пока не довелось. Шайрена сообщила, что стоит обратить внимание на его дом. Сходи туда при случае. Что? Когда он успел вступить в королевскую стражу? А я шел к этому так долго. Не переживай, папирус. Тебя никто не заменит. Ну просто понимаешь, папирус, ну не довелось тебе быть сисястой Шайреной, перед которой все двери открываются намного проще и быстрее. Ох, вспоминаю я мой монстрячий выходной с Шайреной, когда она вступила после этого в королевскую стражу. Ой-ой-ой, не будем отвлекаться, не будем отвлекаться, ты ничего не слышал, папирус. Что насчет следующего? Подожди. А, ты что здесь делаешь? Этот разговор не для ушей человека. Ах да, этот человек помог мне успеть на сегодняшнее собрание. Правда? Ты помог ему? Я поговорю с тобой позже, человек. Иди погуляй. Мы должны закончить собрание. Слышь, как-то монстренок мне будет говорить, иди погуляй. Иди погуляй, ты мне будешь говорить. Да я тебя помню еще вот таким вот. Вот таким вот ты там что-то бегал без рук своих. Что... Я хочу быть как Андайн, не хочу быть как Андайн. Давай не зазнавайся тоже, монстренок. А, вот я сундук клацнул. Иногда в сундуки прячут сокровища, но в этом сундуке сидит монстр в куче хлама, который нельзя... взять. Круто. Так, сторожевой пост. Что такое, человек? Смотрите, можно дальше продолжать. Скелет в лицу. О, это ленивая костяная задница по имени Санс. А по назначению мой брат. Как не увижу его, он постоянно спит. Хотя он должен высматривать людей. Однако мы так давно их не видели, что кто угодно бы уснул за это время. Но я не оправдываю его лень. Что такое, человек? Загвоздка. Что это? Мне это кажется очень знакомым и важным, но я не помню почему. Ты хочешь ко мне в гости? Но я сейчас не дома, значит, ты не к кому приходить. Да дверь просто открой, дай мне пошариться у тебя в вещах. Что ты такой тупой, не понимаешь, что ли? Андайн давай. Андайн до сих пор не вернулась из отпуска. Конечно, я скучаю по ней. Но даже здесь есть свои плюсы. Ей поставили чудесный памятник в Уотерфолле. Оказывается, для того, чтобы тебе поставили памятник, всего-то нужно подольше побыть в отпуске. Вот, блин, он не знает, короче. Ему, наверное, Санс не стал рассказывать, потому что он не хотел его расстраивать или что-то в этом роде, да? Вот, блин. Рассказать, не знаю, такой неловкий момент. Если так подумать, то и мне отпуск просто необходим. Ну, давайте тогда уйти, давайте тогда не будем. А монстренок-то в курсе? Иди погуляй, мы должны закончить собрание.
Опять он меня посылает погулять. Я тебя сейчас так погуляю. Сейчас я тебя так погуляю, ты говнюк. Ну окей, а может какие подсказки? Нужна подсказка? Ну подскажи мне. Тебе же сказали пойти погулять. Спасибо, спасибо, очень. Я рассчитывал хотя бы на твою поддержку. Вот так вот, да? Вот так, пойди погуляй. Ну хорошо, хорошо. Признак популярности или неуплат налогов, проход. Видимо, раньше там был проход, но теперь все. Так, а что-то еще может быть? Я не понимаю. Там, кстати, подождите, подождите. Библиотека там, чья-то морда. В библиотеке шуметь нельзя. Да я не собирался. Лестница, короткая лестница для коротких существ. Листок. Может быть, теперь я могу как-то применить этот лист? Пока не знаю. Пока не знаю, ребята, пока. Пока не знаю. Давайте, наверное, мы с вами пойдем еще раз, возможно, к Сансу. Здорово, а в куртке лучше. А, все, он уже... Не отдам. Да, это важная штука, конечно. По-видимому, надо куда-то... Господи, ты кто? Нахрен? Откуда ты вылез? Давно я не видел Сноудин в таком ярком свете. Это напомнило мне старые деньки. Времена, когда монстры не прятались в своих домах. И, кстати, об этом. Я недавно видел двух убегающих маленьких монстров. Похоже, они заперли дом тех двух скелетов. Возможно, им понадобится помощь. Это сейчас о чем идет речь? Каких он монстров видел, которые заперли дом скелетов? Что за... Ну-ка, подождите. Давай-ка. Тук-тук, никого не дум... Может, мне надо... Может, мне надо как-то открыть... Мне, наверное, надо как-то открыть дверь и попасть в дом, да? Ну, подождите. Ну, я уже, в принципе, попадал вот здесь вот. Ну, тут, как бы ничего особо... Не знаю, нечего тут делать, я бы сказал. Кулачки бумаги. Даже если бы чертеж был целым, мне бы не удалось разобрать эти символы. Да, то есть, ну, тут ничего сделать нельзя, понимаете? Какие-то, говорит, монстры. Что-то я не понял эту тему, честно говоря. Может, сюда опять... О! А мне говорили остерегаться людей в капюшонах. Ну-ка, подожди-ка. Давай, подскажи мне. Тебе же сказали пойти погулять. А, понятно. Замечательная подсказка. Ну, окей. Хочешь, я отвезу тебя на ту страну? Страну! Страна! Потрясающая новая страна, которую ты можешь исследовать. Да, давай. На ту сторону чего? Тра-ла-ла. Не так-то это и важно. Ну, вези. По-моему, он мне хорошенечко долбанул по сраке. О, боже. Так, сначала подземелье, теперь темница. У меня неудачный день. Ну, вы знаете что? А вот на этом вот моменте я предлагаю, наверное, закончить и продолжить уже как-нибудь потом. Да, вот игра реально, она становится больше. Она становится насыщеннее, интереснее. Больше персонажей, больше диалогов. Мы увидели Папайруса, конечно. Как же это не упомянуть? И еще и какой-то вот сраный паромщик нас посадил теперь за решетку. Прекрасно. Сейчас будем пытаться разрабатывать какой-то план побега отсюда. Вот каменная стена. Предлагаю попробовать поковырять нашей загвоздкой промеж кирпичиков. Авось что-нибудь получится, но скорее всего, конечно же, нет. Ну, в любом случае, это уже в следующей серии. А пока на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Мне вот лично понравилось. Классно, круто. Геймплей увлекательный, атмосфера хорошая. Диалоги опять... Господи. Это музыка? Охренеть, я чуть не обосрался. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.